Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем играть в игру под названием Metal Gear Solid 5. И сейчас будем проходить следующее задание уже в Африке. Афганистан мы, в принципе, с вами весь прошли. Задание у нас будет... Следы призраков называться. 150 тысяч нам за него обещают. Уничтожьте все Велкерджир, заброшенные деревни Детади. Принимаем это задание. Единственная точка высадки здесь. Все, давайте выдвигаться. Возьмем такую кровавую униформу для нашего напарника. Так, основное оружие, наверное. Слушайте, а давайте оставим Гром-11, потому что нам же их как-то уничтожать потребуется. Из обычного оружия, там винтовка, их особо сильно и не повыносишь. Давайте начинать миссию с утреца, как всегда. Следы призраков, эпизод 15. Так, мы над Африкой. Босс, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. The PF at Detati Abandoned Village has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them, whatever you see fit. This just might get us closer to the Walker gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Здравствуй, Африка. 600 с чем-то метров до точки. Ну, пора высаживаться уже, наверное. Или вы нас хотите прям туда затащить? Так, ладно, все, давайте пробить. Все, вертолет ушел. Никаких растений, ничего здесь нет. Знаете, сейчас я еще хочу задание посмотреть, мы дали нашим работникам или нет. Чтобы они не прохлаждались. А, ну 10 минут у них есть, да, задание. Все, давайте, побежали. Молчу, не выдвинулась. Мне, честно говоря, не очень нравится, как она нас прикрывает. Потому что бывает, что мне приходится вступать в бой, а она потом только приходит. Вот это вот, конечно, очень напрягает. Но ничего, тренируемся потихонечку. Так, я думал, что там солдат стоит. Очень похоже вот эта вот штука на солдата издали. Вот, посмотрите. Ну нет, на самом деле солдат там крошечный должен быть на таком расстоянии. А вот, кстати, какая-то коза прикольная. Ну ладно, пусть бежит. Не будем ее трогать. Давайте попросим ее прикрыть. Ой, уже кого-то отпердоливает. Так, ладно, пусть она пока выносит их. А мы пойдем вот сюда. 200 метров. Икс, что у нас там? Так, серьезное вооружение. Ну, давайте пока двигаться. Так, где-то здесь воин. Вот, отсканировали. Двух. Тикс. Пока только двое. Ну ничего, сейчас найдем еще.
Главное, чтобы молчу не передвигалась, а то она будет тупить. Связи уже нету с молчуней. Так, здесь нет никого. Туалет вижу. Ага, человек с щитом. Щит — это неприятно. Analysis complete. Так, ладно. Трое уже. Ну, я думаю, их там намного больше должно быть. Enemy presence detected. The map has been updated. That's a target. Eliminate it any way you'd like. Complete. Так, что-то мы там нашли. 280 метров. Так, вот там вот я вижу бойцы какие-то идут в траве. Analysis complete. Analysis complete. Блин, что-то их дофигища там. Прям целый батальон. Ну, по идее, нам надо как-то обойти с той стороны и с другой, наверное. Я так думаю. С другой стороны холма, мне кажется, она меньше защищена. Так, итак, мы рядом с деревней. Аккуратненько продвигаемся. Дофига здесь, конечно, охраны всякой. Его утащим. По-моему, он не успел ничего сказать. Блин, тревогу объявили, сволочи. Блин, где ты? Молчунья, иди к нам, помоги нам. Давайте этих снимем. Надеюсь, в обоих попал. Development complete. Development complete. Так, разработка закончилась. Хорошо, один упал. Development complete. Второй. Подойдите, ребята. Вот так бы давно бы. Блин, глушитель почти кончился. Но пока нас еще не запалили. Так.
Что тут у нас? Analysis complete. Говнюк какой-то. А вот этот неплох. Давайте обоих отправим. Хотя нет, одного отправим, а второго попытаем. Давай, вставай. Слышь, козлина, вставай. Так, нечего ему больше рассказывать. Извини, друг. Так, давайте его оттащим куда-нибудь. Опа-па-па-па-па-па. Все. Так. Ну вот молчу и теперь проснулся. Правильно, правильно, давайте, разбивайте свою штучку. Всю базу разбейте свою, и будет зашибись. Давай, усыпляй. Боец идет. Надо его пометить. Гад ушел. Так, хорошо, давайте тихонько. Чё-чё? Ага, вот он. Да прикрывай меня! Так, уходим. Блин, они уже сели в эти штуки. Молчунья, давай, давай, завали их всех просто в сон. Нет, не могу ничего сделать. Нет, могу полы не могу содрать. Прикрой меня. Чего ты? По-моему, они эвакуировали эти штучки отсюда. Судя по тому, что они удаляются. И это плохо.
Ну, сейчас посмотрим. Так, она как раз сюда, на гору поднимается. Ну, я не очень уверен, что это правильное решение. Ты что, сорвался-то? Придурок, что ли? Там нормально можно было спрыгнуть. По-человечески. Так, вот они здесь все стоят. Давайте, знаете, что попробуем? Поддержку с воздуха. Усыпляющий газ. И отойдем сами, чтобы не попасть. Ну где? Strike will commence shortly. Вроде как все. Так, нас секанули. Блин, эти сволочи встали. Давайте вот сюда. Ну давайте, стреляйте, что вы там, разворачивайте батарею. Так, ну давайте угонять. Так. Кассету забираем. Вот еще. Analysis complete. Great. No targets remaining. Your objective's complete. Exfiltrate out of the hot zone by chopper or on land. Так, давайте здесь пошаримся, посмотрим, что хорошего есть. You gotta extract him.
Тоже неплохо. Берем. Так, ну вот и все, вот и справились. Правда, денежек немножко потратили. Ну а что поделаешь? Без вариантов. Так, нет, этот, извините. Так, тут у нас есть всякие ништячки. Давайте собирать. Этого берем. Этого. Хвостун, наверное. Subject on board. Leave the rest to us. Caution. Rain approaching. Так, этого берем. Так, здесь что у нас? Тоже берем. А этого? Этого не берем. Так, еще кто-нибудь остался у нас? Да, еще кое-что осталось. Но не бойцы, а оборудование. Тоже берем. Давайте соберем все. Так, отлично. Так, здесь где-то был у нас радар. Его можно... Так, новое место посадки. Отлично. Черт. Промахнулся. Ну давай вот так вот. Кто-нибудь здесь еще живой-то остался вообще? Или... Все. Черт, не попал. А, попал. О, тут еще что-то есть, смотрите. Пленник? О, берем пленника. Отлично. Мужик, тебе повезло. Так, еще что-нибудь здесь есть? Так, надо вот с теми разобраться, с двумя. Okay, subject is in. Analysis complete. Так, ну это, скорее всего, хвостун. Не люблю хвостунов. Так, здесь все чистенько. Есть еще пулемет. 90%. Это та, что дождик. Что здесь? Это уберем.
Так, ну что, еще что-нибудь здесь есть путное? Есть, конечно, вот, смотрите. Еще грузовик. Давайте тоже сопрем. Так, где-то здесь был еще один радар. Вот, мы его сейчас тоже взорвем. Давай. Блин, не попал. Ну ладно. Хрен с ним. А, у нас есть вот еще такое оружие. Есть. Так. Там вот кто-то живой еще в домике. Давайте его посмотрим. Где-то здесь был. Где? Вот. Analysis complete. Так. Ну, вроде как все. Все мы зачистили. Ничего не оставили. Я думаю, что можно сваливать отсюда. А еще я хочу сказать, что нам уже фултонов не хватает на нашей миссии. То есть хочется, чтобы фултонов было побольше. Давайте вызывать вертолет. Тинкс. Вертолет. Рандеву. Сейчас он туда вот поднимется. Я надеюсь, не на самую высоту. Блин, на самую высоту. Ну, ё-моё. Ну, как так? И нам туда тоже пропиливать. Сейчас подождем. Ох уж эти сказочники. Ладно, сейчас поднимемся. Что делать-то? Я мог бы как-то поближе и понормальнее сесть, нежели на этот пик коммунизма. Так, где-то здесь был подъем. Вот здесь вот. Сюды, сюды. Давай, садись, не болтай. Все, готово. Валим. Ну отлично, вроде как миссию выполнили. Какой-то дождик затяжной, вообще жесть. Машина Валкера, две штуки. А кстати, двух разных типов. Тип C, тип A. Отлично. Just a front for Cypher. The resupply won't be happening just yet.
but we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. I'll have the intel team investigate this network. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. We follow the money trail. We might just find ourselves on Cypher's doorstep. Так, отлично, элитные солдаты нам достались. Так, и вот мы здесь. The Intel team has come back with its report following its investigation into PF logistics. Cypher has to be involved with this distribution network somehow. One thing in particular caught my eye. A convoy that regularly crosses the Savannah. On paper, it's just mined resources going to the government, but the security's much too heavy. At the very least, it's worth checking out. Take a look at the mission. Отлично. Да, будем его выполнять. Сейчас посмотрим, что у нас тут вообще хорошего есть. О, есть список целей испытаний. Один выполнили. Давайте посмотрим. Захвачено 20 аванпостов. Отлично. Так, задание. Внешние задания. Какой-нибудь давайте выберем. Не знаю, вот. Такое, например. Unit dispatched. Все, пусть выполняют. Ну а мы с вами продолжим в следующий раз. Всем большое спасибо, что смотрели. Приходите еще, будет много всего интересного. Пока-пока.